Идеологом плана Новороссии, плана расчленения Украины, был Сурков? Нет, я думаю, что он являлся одним из активных исполнителей. Собственно, сама идея, как таковая сама идея, она, конечно, зародилась прежде всего самого Путина, а там уже много других людей, которые уже были привлечены для того, чтобы реализовывать эту идею. И в качестве, скажем, такого активного реализатора этой идеи, конечно, был в том числе и Сурков, хотя не только он.